снится теплый дождь. Приветствую, зайчата! Вы на канале Sparkle Клубничка, и мы будем играть в Friday Night Funkin' Let's Talk Great Fury. Ну что ж, погнали. О, люблю, как у меня лагает фанфэ, просто замечательно. Как обычно, мы будем слышать лаги, еще раз, лаги. Friday Night Funkin'. Ad's World. Так, Remote, Creators, Options. Так, что у нас в Options вообще есть? Controls, Grab Hicks. Low Graph. По 70 нафиг. Интересно, если по 100 сделать. Где-то вот так поставим. Во! Ну да, как обычно. Ну и что-то завис. А лучше... Короче, по 80 FPS сделаю. Так будет нормально. Вроде бы все. Story мод. Погнали. Тут есть недели всякие. Ну, давайте первую неделю на, ну, вид, короче, неделя с Тордом. Погнали. Ad's World. Ту-ру-ру-ру. Ad's World. Я придумал, как я буду делать. Да. Я очень... Знаю, как это делать. Так что, погнали. На чё вы зависли? Хороший денёк. Торт, как обычно. Ага. Угу. Ой. Ну, торт как обычно. Дерьмо, откуда это вообще взялось? Любыми способами, кто? Нет, кто ты? Извините. А, ох, я понимаю, что происходит. И позвольте мне догадаться, вы пробрались в мою ракету? Не так ли? Обани, у меня есть планы, до которых мне нужно добраться, но я могу сэкономить несколько дополнительных минут. Да, давайте сделаем это тогда. Так, ну что ж, первая песня Торда. Погнали. Надо будет еще торт Ad World посмотреть. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Thank you.
Надо больше фанфа снимать. Я понял как. Надо просто в настройках понизить графику и вообще топ. А бойфренд смешно смеется. Тут все так анимировано. Прикольно. А как? В смысле? А чё там, какие-то кнопки были? А что я проиграл? Алё? В смысле, там какие-то кнопки были? В смысле? Как я проиграл? Что за бред? Мне никто не объяснял. Как? Каким образом проиграть можно? Тут было... Объясните мне, пожалуйста, каким, блин, образом? Ладно, погнали дальше. Подожди. Так. Чуть-чуть надо вот так сделать, чтобы было видно. Так это нормально будет. А почему я проиграл? Ладно. Погнали. Блин. А в смысле? А в смысле? А пчё в смысле? Каким образом? В смысле? Можете мне объяснить? На какие кнопки можно нажимать, а какие я не понимаю. В смысле? Я бы еще бы понял. Чё за бред? Объясните мне, пожалуйста. Ничего не понял, честно. Ну вот, тортбот. Как? Чё я неправильно сделал? А в смысле, там что, надо на все кнопки нажимать? А, если ты сделаешь пару миссов, то ты проиграешь? Или чё, я так и не понял. Ах,
ничего не понимаю. А, ну в принципе, можно быть и так. Если я делал несколько миссов, то я проиграю. О, это будет сложно. Миссы я люблю делать. Да в смысле я... Все догнал. Я, когда нажимаю вот эти длинные стрелочки, я, не дожимая до конца, догнал. Блин, я гений. Но сейчас надо постараться. Я всегда люблю не дожимать эти стрелки. В смысле? В смысле? Да в смысле, я не понимаю. Мои способности на этом истрачены. Честно. Может, у меня слабый комп из-за этого, я больше не знаю. Да. Но сейчас тут не надо запаряться. Так а как? Не понимаю я. Да блин, не понимаю, серьезно, как? Реал сложно.
Да в смысле? Каким образом я умер? Как я не понимаю. Помогите мне, пожалуйста. Я не понимаю, каким образом. Блин, тут даже опти... Блин, я даже не знаю, что делать дальше. Каким образом быть, я тут не понимаю. Не, ну... Не, ну тут... Я не знаю, как быть. Ну вот. Тут три фазы Торда. Я не знаю, как первый пройти Норвей. Это нереально. Я не понимаю, как я проигрываю. Ладно, давайте без Торда, потому что я не понимаю, как его пройти. Давайте, например, вот этот тогда. Я серьезно не понимаю, как первую неделю пройти. Я вроде бы все нормально делаю, но как? Понятно. На, ладно. О, во, нормально. А, это торт раньше был таким. Почему торт раньше был черным? У меня один вопрос интересен. Прикольная песня. Но торт... Но первая неделя была прикольная. Которую я даже не прошел. Потому что не понимаю, как там нормально можно. Чё, серьезно, и на этом я сдулся? А, нет. Касцена какая-то. Удивленный бойфренд. А, да? Что? Хэллоуин? Хэллоуин уже прошел, дядя. Ну ладно. А потом будет это новогоднее что-то, да? Занта, что ли? Ладно. Шутка про Занту, это удивляет. Хватит. Хватит издавать звуки Майнкрафт-зомби. Торт. Для меня это сложно. А, все, я сдулся.
Блин, я сдулся. Эх, обидно. Я не знаю, как тут. Я недолюбливаю двойные стрелки очень сильно. Привыкни, это фанфэ, братан. Жизненность. Для меня это сложно. Все, это для меня очень сложно, боже. Я не знаю, я еще раз попробую, не знаю. Надо мне учиться фанфэ играть. Боже, я разучился. Я ж с ума сойду. А, либо торт такой сложный, либо я разучился. Блин, я в шоке просто с меня. Потому что я не понимаю. Либо я на харде не могу это затащить, либо что. А, обычный торт. Ну, спасибо. Давай теперь вот это попробуем. Я не знаю, что с этого будет, но давайте попробуем. Капец, мне надо учиться играть в Friday Night Funkin'. Я разучился, походу, играть в него. Ёкарный телец. Я разучился играть во Friday Night Funkin'. Просто тупо разучился играть во Friday Night Funkin'. Да подожди, куда ты так? Даже не успел ничего сделать. Да. Еще ничего не понял, честно. Давай заново. Блин, у меня руки болят. Ой, пальцы точнее. Я не знаю, что с этим делать. Короче, учиться играть во Friday Night Funkin'. Что делать? Не знаю. Ладно, погнали.
кого? Да каким я вечно убираю? Каким боком? Я не понимаю. Что за бредятина? Макарончик, у меня есть только две вопрос. Ты скинул бракованный фэнфэ битва с Тордом, либо я чего-то не догоняю. Почему я нормально все делаю, но я почему-то сдуваюсь? Макарон, ты какую мне бракованную ссылку дал на мод? Это слишком бракованный мод. Блин, почему я всегда все нормально делаю, но я проигрываю? Что за бред? Блин. Объясни мне, пожалуйста, Макарон, какую ты мне бракованную ссылку скинул? Я... Ладно, погнали дальше. Если на этом моменте... Я не знаю, что делать. Вечно почему-то... Ладно. Тут будет касцена. Ты можешь уйти? Подожди, что? Рэп батл? Знаешь что, ребенок? Штраф. Надеюсь, на этом-то нормально все будет, пожалуйста. Смоляю. Ту-ту-ту-ту-ту. Каким образом я сейчас су? Мер. Я буду жаловаться Макарону, все. Это окончательно, буду жаловаться Макарону. Я окончательно буду жаловаться Макарону. Он мне ссылку бракованную дал. Он мне ссылку бракованную дал, все. Я все. Макарон, да ты не моё. Спасибо, ты бракованную ссылку. Я не понимаю. Все. А, да тут вообще очень быстро все. Короче, я устал. Все, с меня хватит, я устал. С меня Нет, не надо.
Ну что я могу сказать? В общем, что я могу сказать? Не тупи. Я тебя умоляю. Все нормально. В общем, что могу сказать? Мод офигенный. It's World я поддерживаю. Вообще топовый мод. Но мне интересно, Макарон, какую ты бракованную ссылку мне кинул? Когда играешь там, где-то в середине, ты проходишь. Ладно, нормально. Но где-то в конце уже ты как-то каким-то магическим образом проигрываешь. Я даже не понимаю, что ты сделал. Я даже на кнопки никакие нажимал. Вот этом вроде бы. Или даже вот это. Не, вот этом. Я даже... Вот тут я вообще играл и не нажимал кнопки. Раз, проиграл. Чё за бред? Ты бракону кинул ссылку. Это понятно. Тут как-то нормально, но... Это пипец, как? Каким образом? Почему я вечно в конце проигрываю? Напоминаю, ссылка бракованная, мод классный. Всем пока. А Макарону привет. Обязательно оцени мне этот ролик, пожалуйста, пожалуйста. Так, ладно. До свидания, зайчат. RPDS World!